Марин, всем привет! Интригу какую-то. С вами Александр и Марина. И вы на канале «С Приморья с любовью». Сегодня 7 мая, мы во Владивостоке. И попробуйте угадать, в каком месте. Сегодня мы хотим рассказать... Про парк «Минный городок». О, все рассказал. Ладно, давайте тогда я вам так пару слов скажу. Смотрите, это очень интересное место для Владивостока, потому что в конце 19 века на этом месте был минно-артиллерийский, скажем так, склад. То есть здесь были гаражи, склады, казармы, какие-то жилые дома. Это причем был объект закрытого значения военного. Ну, раньше Владивосток-то тоже был закрытого значения. И вот в этом Владивостоке еще были закрытые военные объекты. Вот. А потом после Великой Отечественной войны началась демилитаризация этого места, и все военные объекты стали потихоньку переводить в гражданские. Здесь еще находятся три водохранилища, и их именно в это время из них сделали искусственные водоемы. Если честно, кто помнит, что творилось на Снеговой Паде, когда там были склады, да, то я тоже не уверен, что здесь тоже все разминировано. Но самое интересное, да, была находка одна такая, уже причем в 1974 что ли году нашли опасную находку здесь, несколько снарядов, ну не подземелье, в каком-то в одном. Мы с вами прогуляемся еще по Анисимову, по набережной, потом. Там до сих пор снаряды лежат. Так вот, возвращаемся. И вот смотрите, в 1985 году, к 125-летию города Владивостока, на этом месте организовали Центральный парк культуры и отдыха. То есть это место уникальное, но тем, что расположено, ну, почти в центре, хотя это не исторический центр. Ты можешь по дороге рассказать? Ну, пойдем. А то мы так и будем здесь стоять. Ну, пошлите кататься на самокате. Да. Ну, вот такие воротки сделали. Вес свободный. Это уже радует. Да, проход свободный. Раньше вот здесь ходили, такие лодочки сдавались. Водный транспорт, а сейчас вот можно рыбачить. Вот я хотел рассказать, что в 1985 году... Сильно не кричи, а то рыбу расшугаешь. Во-первых, здесь были катамараны, лодочки. Здесь был парк... не парк, а то он кинотеатр детский «Буратино». Продавали воду минеральную, сахарную вату, мороженое, был тир, множество аттракционов. Здесь было колесо обозрения. Ну, типа как ВДНХ. Да, ну, вообще было очень круто. Было любимое место отдыха горожан. Вот я куда приду-то отдыхать душою. Вот. Короче, я пыталась рассказать о том, что с любого района города в течение получаса примерно можно доехать до этого места. Поэтому, наверное, это и был Центральный парк. Зимой здесь, кстати, хороший каток. Делают? Ну, а что делать? Здесь снега-то нету. Просто чистый лед. Здесь кататься можно на коньках. Ну вот, потом, к сожалению, к 2000-м годам парк пришел в упадок. И 39 гектаров земли превратились просто... свалку, в помойку, в такую зону, где в темное время суток все старались ее обойти подальше. Ну почему здесь ходить хорошо было ночью? Небезопасно. Вот, а буквально 2 года назад, в начале 2020 года, дирекция, как же это правильно по-моему называется? Дирекция? Ну да, департамент или дирекция организации общественных пространств города Владивостока, задумалась о том, чтобы восстановить этот парк. И есть огромный красивый проект, мы обязательно под видео дадим ссылочку на сайт. То есть начали его восстанавливать, и будет, наверное, безумно классное, красивое место. Во-первых, здесь несколько тематических зон. Экологическая тропа и историко-культурная тропа, велосипедные всякие дорожки, пешеходные. Спортивная площадка, многофункциональная планируется. Зона фудкорта, причем они так, кафе все в одном стиле. Ну вот они, наверное, будут вот здесь, фудкорт. Возможно. Потому что вот здесь проложены коммуникации к ним. Что-то будет. Вот, в данный момент очень многие, конечно, здания разрушены, но тем не менее, около 19 различных зданий сохранено. И они, причем, находятся под охраной. Поэтому их предполагают опять как-то использовать. Ну, например, в одном из зданий когда-то, вот как раз 85-90-е годы, здесь была выставка картин, выставка рептилий. Возможно, что-то такое же сделают. Делают. Смотрите.
Там водопадик небольшой. Только да. Он, главное, не сверху бьет, а снизу бьет. А знаете почему? Потому что здесь, оказывается, есть река, только ее спрятали под землю. Ну да, ну вот она там бьет. И она питает вот эти вот искусственные водоемы. Озера. Да. Слушай, ну прикольно. Да? Мне уже нравится. Реконструкция запланирована в 7 этапов. Закончится примерно в конце 2023 года, то есть еще 2 года будут вестись работы. Давайте посмотрим, что уже выполнено, да? Ну, что-то есть. Камушки можно покидать в озеро. Дорожки. Посидеть, порыбачить. Самое главное. Вот видишь, какие-то дворнички убирают, урны выносят, да? Угу. Уже хорошо. Я думаю, что здесь какие-то чебочки, подлещики-то есть. Рыбы есть, ну, здесь говорят. Люди да. Сидят. Да. Значит, что-то есть. Ну вот, смотрите, здесь остались катамаранчики. Девчонки, хотите на катамаран? Да. Не пойму, то ли он электрический, то ли нет. Не я в 1000 лет не ездил на катамаран. Слушайте, ну, во-первых, очень большой парк на самом деле. Во-вторых, в отличие от Нагорного, да, он равнинный, поэтому просто идешь гуляешь. Ну да. Так, если побегать хорошо и покататься. Ну, вот три озера. Очень много деревьев, зелени, да? Да. Немножко просто привести в порядок это все. Ну, но проект очень красивый. Если его воплотят, будет просто молодцы. Ну, по крайней мере, дорожки уже есть. Да. Дорожки, вот смотрите, какие красивые эти гранитные фореблики. Вот, то бишь, они уже надолго. Вот в городе везде поменяли вот эти бордюры, потому что очень много, где они просто разрушены, уже арматура торчит. Лера-то поедет, а Кристина может побояться, наверное. Может быть, не знаю. Ну, в прошлый раз, помнишь, мы на лодке хотели проехаться, на спортивной? Угу. И не поехали только из-за... Кстати, у этого парка есть уже символ, кот Порох. Именно потому, что здесь пороховые когда-то склады были, да? Только вот почему-то его еще нигде не поставили. И есть эмблема, это фитиль, завязанный морским узлом. Яркие. Катамараны такие, да? Неплохие. Вот взял катамаранчик с удочкой, раз посредине. Слышно шум улицы вот там где-то вдалеке, а здесь птички. Красиво, и вид и вот на сопку. Небо. На сопку. Да, я на этой сопке-то и не был ни разу. Это же вот, где Варяг, Боляева. Mm-hmm. А, почему не был? Это Шилкинская. Потому что это со стороны школы милиции сюда подниматься. Был только с той стороны. Ну что, красотули, пойдемте дальше или не пойдем? Пойдем. Если вы... Ну, а как? Детский парк «Добрые сердца». Вот что здесь еще есть. А здесь вот со стороны луговой, центральный, можно сказать, да. Пеший вход. Вот, и здесь такая неплохая парковочка. Вот, и это заезд как раз со стороны въезда с озер. Слушай, а здесь еще какой-то детско-юношеский спортивный центр. Видишь? Ну, центр. Кстати, если вспоминать историю парка, то здесь было чертово колесо или колесо обозрения, самое высокое в городе. Где-то вот здесь и было это колесо. Вот. То есть оно было даже выше, чем в парке имени Горького ныне, в Покровском парке. Выше даже того колеса, которое сейчас на спортивной набережной в парке «Карусель». Да. И самое интересное, что новое купить его не смогли, купили БУ из Новосибирска. Вот. И очень часто это колесо застревало с посетителями наверху. Да. Но тем не менее это был любимый аттракцион. И было еще много других. Как объясняют, что его разобрали с целью, чтобы его не украли. Чтобы не разобрали, на металл не украли, его разобрали и. Вот куда она делась, вообще непонятно. Наверное, Новосибирск обратно отправили. Не знаю. Не знаешь? Почему-то, к сожалению, в годы перестройки во многих городах этой парки подобные пришли просто в уныние, в запустение, люди стали меньше посещать, не на что было содержать, город не выделял средства, вот и... Ничего себе, тут действительно целый парк. Ну, есть чем заняться. Детские сердца. Хотя наши уже переросли, это, ну, наверное. Да. Им больше что-нибудь покататься, поделить. Кстати, у нас сосиски есть, можем лису покормить. Кафешка какая-то пока уже есть небольшая. Мороженое, вата, наверное? Навряд ли. Там продают. Вата должна быть на улице.
И парк дальше продолжается. Посмотри, куда еще далеко. Дорожка. За детским парком дорожка. Это, скорее всего, выходит прямо на Баляева, на площадь. Может быть, да. Ну, наверное, туда не пойдем. Здесь есть дикие места. Вот смотрите, прямо в центре города практически, да? Дети находятся хотят. Такие парки. Дети хотят? А? Куда дети хотят? А вот с этой стороны надо было начинать. Добро пожаловать в парк «Минный городок». Да? Я люблю Владивосток. Я люблю Владивосток. Пойдем на этом месте и закончим. Так что, друзья, приезжайте во Владивосток. Здесь есть что посмотреть, есть где отдохнуть. Да, и здесь мы и сами. Да. И не все так страшно, как было в 90-е. Да. А то кто-то из наших любимых подписчиков написал, что парк «Минный городок», мы смотрели, там асфальт уже в уныние приходит. Видите, не приходит. Делить за него тоже, да? Это здорово. Так что все дерзайте, приходите отдыхать. Приезжайте пока. К нам летом, будет тоже здорово. Да, всем добра, всем пока.